Итак, тема сегодняшнего моего выступления – это рассмотрение договорными органами индивидуальных сообщений в системе Организации Объединенных Наций. Прежде всего я хотел бы обратить внимание на особенности договорных органов в системе Организации Объединенных Наций. Мне кажется, это важно этому посвятить несколько минут, поскольку это довольно-таки специфичные органы, которые не являются ни уставными органами, ни специализированными агентствами, ни какими другими